Айкидо – это японская система физических и духовных практик. Это не просто искусство самообороны. Техника айкидо и движения пронизаны элементами философии и психологии, законами динамики. Поэтому, овладевая приемами, ученики тренируют разум, укрепляют и поддерживают здоровье и развивают доверие к себе. Немало новоуральцев занимаются айкидо. Айкидо не имеет ни возраста, ни пола. Поэтому мы пытаемся айкидо популяризировать в городе. И на сегодняшний момент у нас уже занимающихся большое количество. Это радует. С трудом вышли на занятия с детскими группами. Сейчас еще пытаемся привлечь людей старшего поколения. Сегодняшнее мероприятие, оно в рамках плана. У нас по плану ежегодно, два раза в год проходят определенные семинары со сдачей экзаменов, с аттестацией по программе, по которой мы работаем. Так как в айкидо нет соревнований, поэтому все получения определенных уровней и технический рост занимающихся зависит от сдачи экзаменов по программе. Виталий Подобаев в клубе «Сатори» – гость долгожданный. Он прилетел из Новосибирска на два дня, чтобы поделиться уникальным опытом с новоуральцами и провести для горожан разного возраста увлекательные мастер-классы. Это боевое искусство, но боевое искусство прежде всего это не агрессивное, это боевое искусство, которое направлено на самооборону. Этим оно привлекательно как раз для людей, у которых недостаточно физических возможностей, но при этом еще и, как я уже упомянул, это область физической культуры, которая помогает развивать ловкость, гибкость. Вот у нас проект «Айкидо без границ» в Новосибирске существует с 2005 года, там занимаются женщины пенсионного возраста, когда мы только начинали. Средний возраст в группе был порядка 65-66 лет. Они честно признавались, что там в течение определенного времени, через полгода, год занятий, им прекрасно на даче работать с тяпками. Вы, говорит, не представляете, насколько мы бодро пропалываем картошку. Среди тех, кто старательно выполняет все движения мастера, и 12-летний Ярослав Кириллов. Юноша занимается в клубе почти год. Сюда пришел по совету друга и ничуть об этом не жалеет. Я сюда хожу, потому что мне тут нравится коллектив, потому что мне очень интересна тема айкидо, всякие техники, то, что это помощь без боли. Айкидо – это больше, чем спорт. Это воспитание характера и силы воли. Участники семинара это точно знают. Замечательное мероприятие, которое организовали у нас общественная спортивная организация. Хорошо, что у нас есть такие неравнодушные общественные спортивные организации, которые болеют душой за свое дело, за свой вид спорта, приглашают замечательных мастеров своего дела. Это очень полезно и для ребят, и для общественной организации, и для города. Виталий Подобаев, президент Сибирской федерации айкидо «Юсинкан», провел учебно-тренировочные занятия с группами разного уровня подготовки. Для каждой выстраивалась отдельная программа. Все участники семинара получили массу новых знаний и позитивный настрой. А занятия с представителями старшего поколения, представителями Совета ветеранов, ПОНПУХК, Общественной палаты, Совета почетных граждан актуально вписались в программу «Новоуральское долголетие». Анна Крамова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.